Даже в суровых реалиях юрского периода находилось место для заботы о младшем поколении. Сейчас мы видим самку тираннозавра, которая ухаживает за своим детенышем. Обычно из кладки 5-6 яиц выживал только один, поэтому мать особенно трепетно относится к своему потомству. Но вот на территории самки появляется незваный гость – крупный самец тираннозавра. По всей видимости, он почувствовал запах недавно вылупившегося детеныша, который в будущем может стать для него серьезной угрозой и претендовать на его территорию. Охотник, самец старается подкрасться незаметно и выжидает наилучший момент для атаки. Но ему не удается скрыться от острого нюха самки. Самки тираннозавра были значительно крупнее и агрессивнее самцов. Кроме того, после рождения малыша она готова буквально разорвать любого, кто приблизится к ее гнезду. Однако самонадеянный самец решает вступить в бой. Поверженный самец вынужден отступить. Самка тираннозавра победила.